Привет, бичане! Меня зовут Елизавета. Я познакомлю вас с прогнозом погоды на 23 апреля. В Барнауле днем плюс 4, в Белокурихе плюс 1, ночью в обоих городах 4 градуса, ниже 0. В Горно-Алтайске ночная температура, также минус 4, дневная около 0 и по традиции о погоде в Бийске. У нас переменная облачность, возможен небольшой снег. Ночью минус 2, минус 4, днем плюс 1, плюс 3. Передаю привет всем своим одноклассникам гимназии номер 2 и родственникам. Желаю бийчанам солнечной погоды.